Это воткнул, Руслан, да? А какую он воткнул? Он увидел БРДМ, побежал. У него сразу из глаза линза увеличение. Такая. Охренеть вообще. Это порик был. Марш-бросок был БРДМ. Не, ну нормально валит, я вам скажу. Да, утонули. Ну и 50 килограмм делают вещи. И вышел легко. Макс, вот что нам надо. Макс, где ты? Так, друзья, летим БРДМ поснимать. Макс говорит, поехали, поехали. Скрипит у меня где-то то ли на каком-то шве или на стыке каком-то треснут кузов. Потому что звук металл об металл скрипит. Намокает, не скрипит. Надо, короче, в болото проситься. За Максом не угонишься, он очень быстрый. Говорит, у меня под отбойники оторваны, я быстро ехать не могу. Сейчас интересно посмотреть эту серьезную военную технику. Он такой в полной боевой, плавает. А вот мы его нашли. Класс. Вот это техника. Ну, погружен он, колеса полностью под водой получаются. Вот это аппарат. А что это за звук? Что, что? Разгон надо набрать или? Вы разгон набираете? Блин. Класс. Это помпа работает, да, Тайком? Когда? Только что как-то такой звук. Сзади водомет. Водомет, да? Класс. А он от раздатки, а сколько весит, ребят? 7 тонн. 7 тонн? А как же он плавает? Блин, у меня 2 тонны и тонет, блин. Ёлки. Иди, Шишиговские мосты. Шишиговские? Не, ну классно. Видишь, водоизмещающая конструкция. Ну да, получается 7 тонн водоизмещает, да? Только пальцы там, не суйте, сейчас будем заслонку открывать. Хорошо, да. А брызгать она не будет? Не, не будет. Главное, не руками там не трогать, потому что если она закроется, так, то... Иван, так, Иван, а его же можно облегчить, в принципе, да? По-моему, 10 в оригинале. Не, 7 в оригинале. 7, да? Да, что-то, ну, я вроде так слышал раньше тоже. А вы до острова доплывали на ту сторону? Не, до острова нет. Лучше не рисковать, да? Глянь, жилеты. Подготовлены люди. Руслан сидел дома без контента. Не, ну класс вообще. Техника. Так, а вы будете к нам на оффроуд приезжать? Мы вас в группу добавим. Можно. То у нас такой нету. Есть лендроверы, гранчероки, тойоты, ниссаны. Блин, а такой нету. А, Макс, а колеса как у тебя ж, да? Да. У нас у вас есть на таких колесах, кстати. На таких катках? Да, и на больших есть. А, мотор сзади вон. А, вот открылось. Не, ну это военная техника серьезная. Это просто огонь. Да, это вообще фантастика просто. Лопата. Здесь от колес, да,
Вот это нормальная тема. Ну там, да, винтяра такой сзади, слышишь? Что даже эту махину оно толкает достаточно быстро. Вот это номер. Ну вообще стрёмная, честно говоря, затея, ну в плане... Не какие-то насосы там же откачивают, оно же там проникает вода чуть-чуть, понимаешь? Помпа, если где-то что-то, или где-то хлебануть через верх, не дай бог, волна сильная. Очень опасно. Не, ну люди жилеты одели, наверх залезли, чтобы если что так... Ты видишь, какая сила водоизмещающая? Лодка за счет даже такой бешеный вес, и все равно он не тонет. Получается, надо 7 тонн водоизместить, да? Ну да, типа, не, ну там 7 тонн, 7 кубов-то не будет водоизмещения, там меньше. Видно, все-таки меньше надо, хотя кто-то говорил, что... Ха-ха-ха! Москва проплыла лодочка. Москва-2. Или Ладога, не Ладога. Ладога проплыла. Слышишь, волна им нипочем. Не, ну красиво. Ну да, там сзади ж получается. Это аппарат. Не, ну это фантастика. Хотя ничего такого нет вроде, да? Блин, круто вообще. Ну страшно, да, наверное? Нет, нет. Ну это плавно идет, вообще не страшно. Ну не страшно, со стороны страшнее. Когда, ходит, когда думаешь 7 тонн в воде, да, Макс? Ну какое вот, какие там 7 тонн? 7 кубов, представляешь? 7 кубов там ну никак не... Он раз, убирается. В оригинале, я так понимаю, все. Все рабочее. Зеркала, наверное, только не в оригинале. Где они? А. Может. Сзади баллоны сразу, тоже не оригинал. А где сзади баллоны? А, вон два баллона, да. Да, нормальная тема. И запах газа есть. Блин, я не понял, прикольно. Зачем было сцепление? А сколько внутри мест посадочных? Тут получается 3 сзади, 2, 5, 6, 7 с водителя. А, тут он от BMW сиденья, я вижу. Или от чего-то. Да, тут какие-то широкие такие, с какой-то америкоса, наверное. Класс. Да. Трос такой немаленький.
Вообще, слышь, вот этот не порвется трос, Макс. Вместо кевлара? Вместо кевлара, да. А где лебедка? А, люк, люк, да? Лебедка в люке. Не, ну класс. Вы как раз сейчас, хорошо вот так будет. Алло. Семерка, десятка лоб. Да? Будет семерка снова, борт? Видите, вот видно срез. Вот этот. А, вот. Вот, вот это семерка, да? Да. А лоб десятка. Счастливо. Готово. Пока, спасибо. Шикарный аппарат. Все в оригинале, кроме надстройки вверху. Ну и салон переделан более комфортно. А так... Я здесь могу пока ехать? Нормально, слышишь? Короче, я все понял. Тебе надо заварить Land Rover, двери сделать вот такие короткие, смотри. Вот, у тебя, видишь, специальный паз. Вот, как раз ручка, видишь, помещается. И все, а тут завариваем, и будешь спокойно ездить, где захочешь. Во-первых, не утонешь нигде. И сможем ездить на ту сторону. Там дрова есть, людей мало. И, а чем зашивать? Что зашивать? Сваркой, вот так. Нет, я понял. Здесь, да, а двигатель, моторный отсек. А, моторный? Ну, с чем? И выводить тогда на крышу. Смотри, уже углубление. У тебя уже, да, уже надстройка есть. Да, ребята, неожиданно познакомились мы. Спасибо, показали, рассказали. Классный аппарат. БРДМа у нас еще на канале не было. Так понимаю, основа ГАЗ-66. У тебя мотор сзади. Ну, что-то свое, естественно. Напишите, кто знает. Подписывайтесь, друзья, на канал. Делитесь. YouTube нас не видит, но мы вас без контента не оставим все равно. Где мои V8? Как он звучит? Класс. Да, нормально движется. Так, друзья, добавилась еще одна машина, опять ни одного повтора. БРДМ, кстати, тоже не повтор. ЛуАЗ приехал, смотрите. Круто. Так, друзья, БРДМ там продолжает борьбу. Вован на квадрокоптер снимает. Он вытаскивает там такси какое-то с песка. Сейчас мы попробуем ближе посмотреть, если успеем. Тут целая спасательная операция. Спасли. Спасли? Да, аппарат огонь. Едем по следам БРДМа. Саня говорит, в песке садится он. Ну, у него подкачка, можно спуститься и поехать все равно, я думаю. Смотрите, тут такой песок жесткий. Очень вязкий. И глубокий. В общем, пока мы отсутствовали, еще одна машина добавилась. Опять ни одного повтора. И это самурай Ленин. Всемирно известный. Все, пока. До встречи.